Всем привет, меня зовут Раиль Арсланов. Давно не было рубрики, в которой я исполняю только авторские песни свои в чат-рулетке. Треки я выпускаю под ником Арслан, если хотите послушать, обязательно найдите. Ну а вы поставьте лайк, напишите любой комментарий, чтобы поддержать данное видео. И погнали. Привет. Стример, это стример. Нет, я не стример, можете не переключать. Или... Да нет, страшно. Страшно? А как он услышал? Я не понимаю, даже я не услышала. Не, я не услышал, но я просто догадался, что ты имеешь в виду. Ну что говоришь? Я интуицию хорошо развил. Ага. Чего развил? Интуишку. Знаешь игру Пердунья? Нет. Это в карты. Карты? Это в карты. Ну, на раздевание играете, я надеюсь. Да, только там вот уже раздеть. Ну, вижу. Арслан, ну это легко запомнить. Да, у меня парень Аслан. Нет, а, да? Она. А, вот она, угу. Парень твой. Да. Да, мы вместе. Сестры, ancestry, да. Ага. Ну тоже да. Неплохо, что? Мир развивается. К свободе. Да. Блин. Этот трек еще не вышел, но есть, который вышел, могу вам. Бабахнуть. Давай, погнали. Это не объяснить, будто бы сон наяву. Ты искренне, я больше не иду ко дну. Благодарить мне предстоит сколько тысяч лет за то, что ты сейчас так близка ко мне. Сколько людей тебя пытались добиться. Разбитым экипаж близ берегов Атлантиды, зацепившись кормой от твоей скалы мысли, чтобы я мог повстречать тебя одну. Спрятавшись под белым пледом и снежных историй, мы находили происки этих людей виновных. И чтобы не твердили нам с тобой о дистанции, преодолея все, чтобы к тебе прикасаться. И нас в тамбозе кружит этот белый танец. Назло всем тем, кто от нас не отстанет. Глядя на сотни звезд, что будут с неба капать, оставит нечто большее, чем просто память. Вот. Круто! Это уже лирика, да, с рэпчиком? Очень да. Круто. Я бы так не зачитал. Прив. Прив. Привет! Как зовут? Джон. Джон? О, Джон. Я поменял имя, меня звали Арслан. Асланчик. Вадь. Вадь, его Асланчик звали, наше любимое имя. А ты играешь на гитаре? Вот она полная. Да. А можешь сыграть Цоя? Да, нет. Чему именно Цоя? Не знаю, просто на гитаре он классно звучит очень. Угу. Ну давай. Лирику, если не сложно. Лирику? Лирику? Это же не а у Цоя есть лирик? Ну да. Вот это поворот! Из группы его. Из группы? Из группы. А, да, точно. У них в группе Юрий Хой был такой паренишка. Это кино группа. А Цой, да. Это Сектор Газа. Нихера себе. Да, блин. Пипец. Вообще дурак. Давай споем главную песню Цой. Сигарета мелькает во тьме. Ветер пепел лицо швырнул мне. И обугленный фильтр на пальцах мне оставил ожог. Скрипнув сталью, открылась дверь. Ты идешь, ты моя теперь. Я приятную дрожь ощущаю с головы до ног. Ты со мною, забудь обо всем. Эту ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. У нас окутает дым сигарет. Ты уйдешь, как настанет рассвет. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. Классно. Вообще. Спасибо. Реально очень классно. Привет. Привет. Чего? Ты на гитаре же играешь, правда? Да, только авторские песни.
Сейчас попробую. Свою давай. Песню спою, потом вашу. Хорошо. То ли я, то ли ты, то ли в наших сердцах наша музыка звучит, луч не гаснет в глазах. Унесенные мечты, с вами мне не по пути. Как же мне тебя найти, музыка моей души? Глотаю воздух, дыхаю пыль и шагаю по обочине, ты рассекаешь дым. Еще вчера все было так просто, так легко, и утопать твою жизнь было приятнее всего. Ты изменилась, стала лучше только для меня. Твои глаза горят огнем, ведь впереди мечта. Шаг за шагом пройдем пути, пройдут года, и лишь тогда найдем значение всем твоим словам. Это было очень круто. Спасибо. Оставишь свой ТикТок? Хочу поглядеть. Она там только на холодном полу везде. Тебе не понравится, мне кажется. Ну что, ваш черед назвать любимого артиста, кого слушаете, русского? А ты все песни знаешь? Ну, что-то знаю, да. Довольно много. Ее в принципе трудно обидеть, но и в обиде ее дольше 5 минут никому не удавалось. Видеть покурит. Знаешь эту песню? Честно, нет. Она старая. Давай батарейку споем. Не хочешь? Батарейку? Или кукушку, что-нибудь такое. Ну я не твой Андрейка. Просто у меня батарейка. Банально, давай эту, да. Кукушку, что ли? Давай. Давно не пел. В городе мне жители на выселках. Камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Да. А? Да. Только что сфоткалась. А я думал, ты видео снимаешь. Рано. Рыба, кажется. Ты тоже, что ли? Я тоже рыба. Когда у тебя день рождения? Это стрелец. У меня 20 марта. Ага. А у меня в декабре, да? В декабре. А у ноябрь. Ноябрь. У меня 19 февраля. 19 февраля рыба? Ты не водолей, что ли? Ну, я думал до 18 лет, что водолей, но потом мне сказали, что рыба все-таки. Ты че? У меня папа 18 февраля, он водолей. Сейчас, ну вот типа 19-го, что-то там по какому-то восточному гороскопу, это уже смена на рыбы, что ли, что-то такое. Сейчас посмотрим. Рыба. О, ты перерастающий, получается, с водолея на рыбу. Да. Ну да, но считаю, что ты водолей. Ну, вот я так же. Смотри, у меня 20 марта день рождения, у меня заканчивается рыба, начинается овен 20 марта. Как бы я тоже на стыке вот этих вот двух знаков. Ну, ты называешься рыбой. Ну, я называюсь рыбой. Нормальный пацан ты. Ну, блин, зачем переключил? Ты на гитаре играешь? Ну, да. Нет, на фортепиано. Круто, у нас тоже гитары есть. Прикольно. Но я, знаешь, не просто чужие песни, авторские стараюсь писать. Могу тебе свою спеть, если хочешь. Давай. Грустненькую такую, да? Смотри. Не нам всегда была твоя любовь. Твои слова пустая ложь. Я
больше не хочу. Смотри в твои глаза и вдарить по газам, все не вернуть назад. Я больше не хочу вдыхать твой аромат, когда срываю платье с тебя, будто психопат. И навсегда была твоя любовь, любовь, любовь. И все твои слова пустая ложь. Спасибо. Ты где слушаешь песни? Ну, в ВК. Подожди, вот так, если там наберешь, можешь песню найти и добавить себе. Сейчас мы со скриншотим. Угу. Она в ВК есть, да? Ну да, и везде, в принципе, есть. Круто. Скольки занимаешься этим? Ну, уже 11 лет. Я 11 лет на пение хожу. Ты? Да. А тебе не 11 лет? Мне 12. Обязательно напишите в комментариях, какая песня вам понравилась больше всего. Найдите ее на любой музыкальной площадке и добавьте к себе и слушайте на здоровье.